Игорь Коновальчик в плавании с детства. С этим видом спорта мужчина, как говорится, на «ты». До 15 лет занимался профессионально, но потом желание стать спасателем победило, и наш герой связал свою жизнь с МЧС. Любимое увлечение, конечно, не забросил, и на протяжении долгого времени остается непобедимым в своей возрастной категории – 40+. После того, как я пришел в службу МЧС, значит, профессионально мы не занимаемся, участвуем во всех областных, республиканских соревнованиях. В городских вот БФСО «Динамо» мы уже больше 20 лет участвуем и выигрываем. Чемпионат динамовцев по плаванию традиционный. Турнир формирует состав областной и республиканской команд. А это значит, что бобруйские силовики не первый год доказывают свое высокое реноме. Очередной старт собрал 15 лучших спортсменов из МВД и МЧС. На дорожке все соперники, но за ее пределами товарищи и коллеги. И это самый важный результат первенства. Цель чемпионата – привлечение сотрудников органов внутренних дел к занятиям физической культурой и спортом, повышение их спортивного мастерства, развитие физических качеств, выносливость, сила и другие для достойного выполнения сотрудниками возложенных на них задач. Золотые медали и Кубок чемпионов достался сборной Министерства по чрезвычайным ситуациям. Причем это звание команда не отдает уже на протяжении нескольких лет. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.